Сегодня я хочу рассказать о второй части видеоролика насчет того, как же перекинуть с вашего мобильного счета на карту деньги. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, друзья, как вы поняли, ситуация такова, что нам нужно перекинуть деньги. Ситуация бывает разная, то есть если у вас наличка, и у вас вот такая ситуация, и у вас там нету Apple Pay или не используют, там можно где-то хоть с карты как-то снять, там, и так далее. Ситуация разная бывает, но нужно перетащить деньги с мобильного счета, допустим, на карту. Что нам нужно? Нам нужен мобильник, заходим мы в Safari, через Safari заходим на сайт, в данном примере я показываю на Kyivstar, Smart Деньги. Вводим номер карты, сумма, ну и как видите 6% у нас комиссия. То есть имейте в виду, ну и точно так же вводите номер телефона, подтверждаете и эти деньги у вас переведены там в течение минуты, максимум двух. Все, точно так же в принципе это действует и для других операторов, там Life, МТС, неважно, Билайн, там еще какие у вас операторы. То есть в принципе от каждого сотового оператора должно быть приложение или сайт, где вы можете перевести денежные средства. То есть всегда проверяйте, не используйте сторонние какие-то источники, проверяйте по отзывам, потому что будут попадаться мошеннические разные сайты, где вы действительно можете ввести данные карты и вы дадите доступ к своей карте, можете потерять все деньги. Поэтому будьте осторожны, имейте в виду. Вот в принципе и все. Ничего сложного нет, перепроверяйте информацию, это важно. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение, комментарии. Точно так же подписывайтесь на канал JazzRun по подсказке в описании и по ссылке в описании под видео. Дальше больше, скоро увидимся.